Качество, которому доверяют в столице Чувашии, приехала уже полюбившаяся чебоксарцам выставка Кировской меховой фабрики. Норка, лиса, нутрия, куница. Современные классические модели порадуют любую модницу. Я ждала сегодняшнего дня. И вот видите, как я рано пришла, в 11 часов выставка только открылась, чтобы было из чего выбрать, чтобы там не остатки подбирать какие-то. И вот, мне кажется, я нашла так быстро. Еще продавцы очень внимательные, сколько они мне тут предложили. И я, по-моему, уже остановилась на том, что мне надо. Шубы классического А-силуэта или прямые, до середины бедра или до колена, с отложным воротником или капюшоном. И все это на любую фигуру с 38 по 64 размер. Графит, пастель, жемчуг, окрас меха настолько разнообразен, что придется по вкусу даже самым требовательным покупательницам. Ну и, конечно, в таких шубках не страшен ни сильный мороз, ни ветер. На нашей ярмарке возможно любую шубу приобрести как за наличный, безналичный расчет, так и оформить в рассрочку до 2 лет без переплаты, не переплатив ни копейки. Необходим только паспорт, а также 10 минут свободного времени. Оформление здесь на месте. Елена Иванская пришла выбрать себе подарок – норковую шубку и сразу же влюбилась в эту модель. Девушка пришла на выставку, подготовленная заранее, скачала с сайта компании промокод. По нему скидка на любую модель 20%. Я тут уже проверила, подергала, тряпочкой протерла. В общем, все как полагается. Продавцы сказали, что у них в основном весь ассортимент этого года, что немаловажно для норковой шубы. Здесь и тепло, и красиво. Чувствуешь себя женщиной, окрасишься, оденешься в шубе норковой. Сейчас здесь действуют заключительные скидки этого сезона от 20 до 50% на норку. Кстати, для пошива используется только российское сырье. Выставка Кировской меховой фабрики работает с 10 утра и до 7 вечера. Вас ждут в ДК тракторостроителей. Торопитесь, выставка кировского меха пробудет в столице Чувашии лишь 2 дня – 22 и 23 октября.